На недельку до второго я уеду в Комарово поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. Всем большой привет! И сейчас я уже снимаю влоговое видео. Почему сейчас уже? Потому что только что наконец-то я сняла видео, которое я давно хотела. Можно даже сказать переснять, потому что подобного рода видео у меня уже когда-то очень давно было. Но это был очень такой короткий видеоролик, в котором я рассказывала буквально о двух-трех видеоблогерах, которых я очень люблю. В этот раз это видео было по запросу, которое я, надеюсь, уже сегодня отредактирую и выставлю, потому что не везет мне как-то последнее время со съемкой, и опять я снимаю, и сейчас уже 8 часов вечера, 21 минута, да. Если честно, я надеялась, что я начну снимать хотя бы с 5 вечера, потому что сегодня днем я ходила к стоматологу, и мне уже сегодня доделали коронку. Теперь у меня нету той щели, которая была. В одном из видео она была, и мне не хотелось, чтобы в нескольких видео у меня была щель между зубами, потому что, к сожалению, от моего зуба практически ничего не осталось. Кариес, ребята, кариес. Увидели дырочку, скорее бегите к стоматологу, потому что если это только началось, то будет пломбочка небольшая. Вам немножко поточат зубик, может даже не понадобиться пломбы. А вот как у меня получилось, что я ее даже не заметила сразу, а потом, когда пришла к стоматологу, оказалось, что все очень серьезно и нужно удалять нерв. И даже не в одном зубу, а в двух. И вышло все очень печально. Мне поставили пломбу, пломба выпала. И мы пошли и поставили еще раз пломбу, и пломба снова выпала. И когда я позавчера пришла к стоматологу, и мне уже сказали, что никакая пломба, к сожалению, на моем зубе держаться не будет. И теперь уже только ставить коронку. Вот сегодня мне уже поставили коронку, беленькую, красивую. Мне останется сделать пломбочку между в передних зубах, потому что там тоже пломба выпала. И где-то на той неделе я уже скорее побегу к стоматологу, чтобы лечить свои зубки. Итак, а я собираюсь снова к дедушке. Снова на неделю, наверное. И поеду я к нему уже завтра. И, наверное, всю эту неделю я постараюсь, я, по крайней мере, очень надеюсь, что у меня будет возможность снимать. Потом этот влог я сложу в одно, я надеюсь, интересное видео. И я надеюсь, это будет интересно. В прошлом видео о влоге у дедушки я показывала, что я брала с собой, что у меня в косметичке. В этом видео я хочу показать, что я возьму с собой из вкусняшек, то есть из еды. У меня здесь большущий пакет. Кстати говоря, он не весь полный. Еще есть некоторые продукты, которые лежат рядышком. А начнем мы с того, что в пакете. Это сыр. Я сыр просто обожаю. Сыр — это мой самый любимый продукт. Здесь сыр Гауда, это плавленый сыр, очень вкусный. Также сыр ломтиками с ветчиной, мой любимый. Далее, друзья, вы не поверите, арахис. По крайней мере, так написано на упаковке. Написано арахис. Здесь внизу нарисован арахис. Арахис, кстати говоря, я тоже очень люблю, это мои любимые орехи. Но в упаковочке сюрприз. На самом деле здесь фундук находится. Это просто небольшая ошибка, и перепутали этикетку. Написали, приклеили этикетку с названием арахис, но внутри на самом деле фундук. Вот, пожалуйста. Целых 3 шоколадных ломтика от Kinder. Я их просто обожаю, поэтому беру с собой. Далее, целых 2 сока от Фрутоняня. Кстати говоря, этот сок мне понравился тем, что он напоминает садачок. Когда-то мы покупали этот сок, он действительно очень вкусный. По крайней мере, поначалу был, но со временем этот сок, к сожалению, испортился и более напоминает некую жидкость, которая якобы сок, но совершенно невкусно и уже совершенно не то, что было в начале. Сок Фрутоняня — это
Вот совершенно то же самое, что и садачок по вкусу, только здесь другая упаковка. А внутри и вкус, и все то же самое. Единственное различие, что у садачка, по-моему, я не помню, чистого банана не было. Там был банан с клубникой, по-моему. Точно не помню уже. А здесь чисто банан. Обожаю банановый сок, очень-очень вкусный. Кстати говоря, я заметила в последнее время, что очень многие покупают соки фрутоняня, несмотря на то, сколько лет. И, кстати говоря, даже, по-моему, в видео Руслана Усачёва я видела воду от фрутоняни. И также я видела воду от фрутоняни у Саши Спилберг. То есть фрутоняня — это, можно сказать, тренд. Далее. Два паштета. Это паштет из мяса птицы, мой самый любимый паштет. Я обожаю. Я просто паштетоман, я бы сказала, потому что я могу вот эти все коробочки, здесь в принципе немного, всего 75 грамм, съесть за раз. Просто взять ложку и все сразу съесть. Я взяла 3 упаковочки и одну уже съела. А 2 оставила, буду кушать их у дедушки. Чай Ллойд, об этих чаях я уже рассказывала. Они очень вкусные. И я себе взяла на пробу чай с апельсином и корицей. Такой чай я еще не пробовала ни разу. Я обожаю чай с корицей. В отличие от предыдущих чаев, они были треугольничками. Этот чай имеет вот такие пакетики. И, кстати говоря, на каждом пакетике есть инструкция о том, как заваривать чай. Каждый это знает, но все равно очень мило. Далее, жвачка от Dior Вишня. В последнее время я заметила, что мне очень нравятся вишневые вкусы, вишневый запах и все, что связано с вишней. Раньше бы я сказала, что моя любимая ягода — это клубника. Хотя клубнику я тоже очень люблю, но сейчас для меня на первом месте все-таки стоит вишня. Далее, небольшой пакетик моих любимых конфет «Сливка-ленивка». Они такие классные. «Сливка-ленивка» — это практически то же самое, что и «Иристка». Отличаются они только тем, что конфеты «Сливки-ленивки» очень мягкие, в то время как порой «Ириской» можно зубы переломать. В принципе, это все, что я с собой возьму из своих любимых вкусняшек и сладостей. И продолжим у дедушки. Я предлагаю вам со мной пойти погулять по улице немножко. Так, идем. Сейчас я вам покажу, сколько снега выпало. И, кстати, снег до сих пор идет. Камера, ты меня хорошо снимай. О, смотрите, тут кто-то бегал. Так, угадаем, кто это, кошечка или собачка? Скорее всего, кошка бегала. Так, следы ведут куда? Угу. Сюда. И вон туда. Туда куда-то следы ушли. В туалет. Замело мой цветочек. Я тут цветочек вчера нарисовала. Все ступеньки в снегу. И вот сколько много снега. Я нашла, куда поставить фотоаппарат. Так, что у нас сейчас с вами будем делать? Посмотрим, что у нас с картошкой. Ай, меня тут не видать. Вот так, ну-ка. Так, сейчас я посмотрю, что у нас с картошечкой. У нас варится. Так. Еще чуть-чуть осталось. Будет готова картошечка. Пар идет. Теперь я быстренько порежу лук. И в пюре пожарить лучок. Лучок я уже нарезала. И у меня есть замечательная зеленая сковородка с прозрачной крышечкой. И сейчас я в ней пожарю лучок. Для начала мы зажигаем плиту. Сковородочку. Маслечко. И засыпаем лучок и помешиваем. Сейчас у нас лучок еще только начал шкварчать, беленький. Тут у нас картошечка варится, она еще не доварилась.
тут лучок. На данный момент наш лучок уже готов. Картошечка доварилась. И сейчас из этой картошечки я буду делать вкусненькое пюре. Та-дам! Обед готов. Здесь у нас картошечка фри и мяско. Пюрешечка. Пару крылышек. Любимая лепешка. Лимонад Буратино. И приятного мне аппетита! Так, вот что хотела вам показать. Поскольку здесь у дедушки нет интернета, и в принципе он здесь особо не нужен, потому что здесь мы особо так и не живем, а только иногда приезжаем к дедушке. Поэтому интернета нету. А поскольку хочется что-то смотреть, я скачала себе с YouTube разные видеоролики. Этот видеоролик-туториал о том, как ОС установить на мой компьютер. Просто мне это стало очень интересно, я это скачала и посмотрела, и сейчас это видео удаляю. Во-первых, потому что я его посмотрела, во-вторых, оно не на русском. Мне не особо понятно, что там. И оно даже не на английском, поэтому оно мне не нужно. Только что я посмотрела видео замечательной Флориды Ялты, «Толстая Америка. Зачем обманывать себя?» Посмотрела и удаляю. Так, и вот эти видеоролики, которые мне осталось посмотреть. Сейчас вот что мы делаем. Очистить корзину. И все чистенько. Для чего я это показываю? Для того, чтобы просто показать, как можно проводить досуг, если у тебя нет интернета. И видео удаляется, потому что я их загружала только для того, чтобы посмотреть. И не нарушить при этом права человека, потому что все-таки это труд. Человек старался, снимал, и куда-то потом укладывать, и считаю, что это неправильно. И на море буду разом, кораблем и водолазом, сам себя найду в пучине, если часом затону.